Здравствуйте, друзья и коллеги. Меня зовут Фомин Александр. Я ветеринарный врач, доктор-хирург ветеринарного центра Котонай. Приглашаю вас принять участие в нашем ветеринарном хирургическом конгрессе, в котором я являюсь модератором хирургической секции. Он пройдет 26 марта и 2 апреля в два этапа. Рассмотрим на нем тему актуальные неврологических болезней, ортопедических, травматологических, осветим проблемы и операции хирургические, вопросы абдоминальной хирургии, торакальной хирургии. Информацию актуальную о проведении мероприятия, о записях ищите в наших соцсетях, YouTube, ВКонтакте, Инстаграме. Присоединяйтесь, будем рады вас видеть, обсудим вопросы в онлайн-режиме.